Актовый зал Бендерского историко-краеведческого музея почти весь заполнен. Благодарственные письма, президентские грамоты и медали за отличие в труде. Награды с теплым напутствием вручал каждому городской глава Роман Иванченко. Позвольте всех лиц, кто представлен наградам в настоящее время, еще раз поздравить, пожелать всего хорошего и поблагодарить за службу родному городу. Спасибо. Вручая награды, Роман Иванченко подчеркивает, главное богатство нашего города – это его жители. Благодаря их повседневному труду в Бендерах продолжается благоустройство, обучение молодого поколения, сохраняется и сберегается все самое лучшее. Наш город становится комфортнее. Это ваш труд. Благодаря вашему труду наш город стал самым зеленым и чистым городом в республике по итогам 2018 года. Благодаря вам создаются новые объекты. Это и троллейбусная линия, это и стадион, это и парк Александра Невского, это сквер по улице Полозы, который сейчас запускается. Это ежедневная работа по поддержанию наших сетей в надлежащем состоянии. Сети электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения. Благодаря вам обучаются наши дети в школах, в садах, в учреждениях дополнительного образования. Мастера участков, директоры предприятий, бухгалтеры, тренеры детских спортивных школ, медицинские работники, преподаватели, швеи и озеленители. Все, кто доблестно трудится на благо родного города. Не секрет для всех горожан, что подготовка и проведение праздничных мероприятий потребовали дополнительных усилий и напряжений со стороны многих предприятий города и их сотрудников. Сейчас труженики говорят, что работы было много и сроки подгоняли, но мы справились. За крепость, то, что работали в крепости, делали благоустройство, готовы дальше трудиться на благо нашего города. Хотим еще сделать дорогу к пляжу, если это возможно. Работаю в данной организации с 2012 года. Работа с людьми, работа с документами. Очень много значит внимания к людям, гражданам нашей работе. У нас очень сложное законодательство, очень серьезное законодательство. Надо очень хорошо знать и кодексы, и законы, и постановления. Работа, конечно, серьезная, и психологическая нагрузка серьезная. Но, тем не менее, мы работаем и помогаем, как можем, людям. После торжественной части сотрудники музея подготовили для почетных гостей экскурсию по залам, начиная с новой экспозиции «Бендера и бендерчане» из жизни прошлых лет. Елена Росланова, Валерия Усвайская, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.